Привет, друзья! Сегодня на канале GameToons мы будем смотреть очередную серию про радужных друзей в озвучке MadClown TV. И в этой серии нам покажут историю отвергнутого Лукиса. И кстати, я уже делал пару реакций на анимации про Лукисов. Если вы их еще не смотрели, то обязательно посмотрите, они были интересные. Ну, давайте смотреть анимацию! Ну и конечно же, нам сразу показывают Красного, ведь именно он делает этих Лукисов. Да как ты смеешь? На этот раз ты не победишь меня, Красный! Ой, что-то я не понял, почему Желтый нападает на Красного? Я, конечно, понимаю, что он его ненавидит. Но сколько можно? Успокойся уже! Все кончено! О, Желтый, ты говоришь это каждый раз, и все же... Мне кажется, это неправда. Не стоит недооценивать меня! Ой-ой, что-то с этим Лукисом явно сейчас будет не очень хорошее. Какая-то плохая реакция запустилась. Даю тебе два варианта на выбор. Беги или погибнешь. Впрочем, ничего нового. Трус. Что за этот идиот? Что он сделал с Лукисом? Ой, да блин, Красный, ты же сам бросил этого Желтого на пульт управления. А теперь еще и обвиняешь его. Погодите, еще не закончено. Отмена, отмена! Ха-ха-ха! Типичный американский юмор. Посмотри на себя, ты испорчен! Мой драгоценный Лукис превратился в эту штуку? Отвратительно! У меня еще не было такого провала, но в последнее время. Я даже не знаю, что с тобой делать. Избавляться от тебя — это пустая трата времени. Но возможно, я смогу использовать тебя как подопытную свинку. Да, я мог бы использовать тебя, чтобы убедиться, что мои эксперименты не навредят другим Лукисам. И даже если в итоге ты умрешь, это не будет большой потерей. В конце концов, ты уже отвратительная мерзость. А до тех пор можешь пожить с нормальными Лукисами. Ну, если они позволят. Развлекайтесь, пока можете. Всем приветик. Ой, а что, Лукисы умеют говорить? Что-то я не припомню такого. А почему ты так выглядишь? Оу, я не знаю. Это странно. Ты странный. И я просто выгляжу по-другому. Это не так уж и плохо. Ой, как они говорят, если у них нет рта? Как они общаются? Я такой же, как и вы. Честное слово. Ага, ну конечно. Вы не против, если я... Прости, отвергнутый, мест больше нет. Господи, какой хрик, я буду держаться подальше от него. Прикинь, я слышал, Красный даже не хочет, чтобы он был здесь. Ну еще бы, а кто хочет? Пора перекусить, собирайтесь все вместе. Я принес ваше любимое блюдо, ешьте. Вы должны быть сильными, если хотите однажды стать частью моей армии зла. Ой, а как они жрут этот торт? У них же нет рта. Эй, пустите его поесть. Он, конечно, отвратительное чудовище по сравнению с настоящими Лукисами, но он нужен мне живым для проведения моих экспериментов. Эй! Эй, пустите меня обратно! Да я буквально еще не ел ни разу в своей жизни! Мне нужна еда! Что ж, жаль, но бесцветные фрики не получают торт. Да, торт для настоящих Лукисов. Но... Но, если хочешь получить торт, то пройди через нас. Но мы ведь как братья, я не хочу делать вам больно. Я ведь не такой. Какой позор, потому что мы именно такие. Вмажь ему! Ой, а чего они устроили дедовщину какую-то? Ведь по сути эти Лукисы сами по себе вообще ничего не представляют. А еще и туда же лезут, зазнаются. Зачем все это? Получай, неудачник! Прекратите! Я не хочу драться! Ой, малыш сейчас расплачется! Не расплачусь! Эй, что там за шум? Не заставляйте меня отбирать у вас торт! Что здесь произошло? Посмотри, что ты натворил, фрик! Ты что, пытался украсть весь торт? Я дал тебе шанс выжить, а ты такой неблагодарный! Ой, вот эти Лукисы, конечно же, те еще скотины! Они взяли и подставили вот этого бесцветного Лукиса! Вот ведь гады, а!
От тебя не проблемы. Боюсь, тебе придется уйти. Пошел вон и не возвращайся. Ой, ничего себе. А Красный взял и просто так выкинул Лукиса. Можно было просто его где-нибудь отдельно запереть. Зачем его выбрасывать? Мне не важно, куда ты пойдешь, но тебе нельзя быть здесь. Теперь ты не моя проблема. Что это за звуки? Клянусь, я слышал что-то. Я и правда что-то слышал. Иди сюда, кто бы ты ни был. Вау, что это такое? Какой-то баскетбольный мяч? Хотя, вроде бы он сдутый. Хотя я не смогу покидать его в корзину. Но может быть я смогу покидать его в стену? Иногда надо хорошенько повеселиться. Хороший мяч. Ой-ой, бедный Лукис. Как же ему, наверное, больно. Но Зеленый сделал это не со зла. Он ведь ничего не видит. Посмотрим, как сильно я смогу швырнуть его. Куда же подевался этот мяч? Эй, проваливай с моей собственности. Что ты такое? Какой-то неудачный Лукис? Нет, спасибо. Здесь нету места для нас двоих. Проваливай. Вау, что это за странная штука? О, и пахнет тортом. Ой, оранжевый, как обычно, в своем репертуаре. Ему лишь бы пожрать. Эй, а ну вернись, я голоден. Красный отдает торт таким, как ты. Но что-то я не уверен, что у вас есть рот. Вот, блин, куда же он делся? Там кто-то плачет. Этот звук из мусорного бака. Интересно, кто бы это мог быть? Ты что, застрял? Давай я тебя вытащу. Ты так интересно выглядишь. Тебя что, бросили? Что ж, ты можешь быть моим другом. Я возьму тебя под крыло. Ну, под пропеллер. Ой, какой же все-таки добрый этот желтый. В отличие от всех остальных. Он прям очень сильно отличается. Кажется, ты ранен? Посмотрим, может в лаборатории есть лекарство. Отлично, будь свободен. А теперь посмотрим, есть ли у Красного аптечка. И определенно, я не против того, чтобы помочь себе преподать этим хулиганам урок. А что это Красный делает такое в своей лаборатории? Какой-то экзоскелет или что? Новую машину смерти? Что-то я не вижу тут медикаментов. А ты ничего не нашел? Приятель, куда же ты? Да, он совершенно точно что-то нашел. Не думаю, что ты должен связываться с этим. Эксперименты Красного всегда опасные или неудачные. Или и то, и другое. Вау, похоже, у Фрика новая игрушка. О, да теперь он стал еще большим фриком. Вы пожалеете о своих словах. Совсем скоро вы пожалеете обо всем. Бежим! И что ты собираешься делать с нами? Оу, ничего. Ну вообще, я оставлю вас прямо здесь. Ой, ну конечно же, месть этого отвергнутого Лукиса очень жестокая. Это он что, получается, связал всех Лукисов и просто тупо поджег комнату? Офигеть. Эй, остановись! О нет, я пришел поздно. Надо спасти остальных. Привет. Ау, что ты делаешь? Это что, дым? Что ты такое? Ой, да сейчас этот Лукис отомстит всем радужным друзьям. Ой-ой-ой, как же они его разозлили. Не верю, что потерял этого сладкого парня. У меня даже упал уровень сахара в крови. Оу, ты выглядишь иначе. А ну отпусти меня. Не волнуйтесь, я спасу вас.
Желтый, надо остановить отвергнутого. Он сейчас в ярости. Он уничтожит весь этот парк и всех в нем. Делаю, что могу, но сначала я спасу этих Лукисов. Ну вот и все, малыши. Ой, смотрите, в чем ирония. Этот желтый спас Лукисов, но закрыл перед красным дверь, чтобы тут нафиг там сгорел. Ну или задохнулся от дыма. Что за... Погоди, приятель, я знаю, что они плохо обращались с тобой. Но месть — это не лучший вариант. Нам жаль. Мы не понимали. Я думал, ты баскетбольный мяч. Видишь? Им жаль. Мы ведь можем простить их, верно? Знаю, ты чувствуешь себя изгоем. Но ты ведь мой друг. Ты никогда не был фриком для меня. Но если и так, то мы все фрики. Вместе. Продолжай отвлекать его, желтый. Да я не... Что? Нет. Не надо! Красный! Он мог измениться, клянусь тебе! Ну ты не знаешь это? Нет. И, наверное, никогда не узнаю. Ой, судя по всему, мы еще увидим этого отвергнутого Лукиса. Ну, посмотрим. Может быть, Гемтун снимет продолжение. Думаю, это было бы интересно. Что ж, вот такая анимация. Она была довольно-таки короткой, но при этом довольно интересной. А как вам эта серия? Понравилась? Напишите в комментариях.